улице 17 градусов тепла. Мы вышли прогуляться. Правда, передают, что порывы ветра сильные. Но вот сейчас в парке мы гуляем нормально. А когда вышли из дома, там как раз между домами сквозняк, так там такой ветерочек был приличненький. А тут он деревья все стоят, не шелохнутся. Нет, ну немножко, немножко шевелятся, но это не такой ветер, как я когда-то шла с парикмахерской, и прям эти сосны наклонялись так, что страшно было идти. Так что у нас уже весна-весна, но вторая неприятная новость, вернее, то, что тепло, это приятная новость, а вторая новость неприятная, это то, что у нас сегодня целый день тревоги, тревоги по Украине. За Харьков вообще страшно говорить. Просто, как говорится, размазывают город. И все, просто размазывают. Ну, мы тут немножко прогуляемся, как обычно, свежим воздухом подышим. Слава, сегодня уже куртку даже поменял на светлую. Говорит, все, уже весна. Ну, хочется, конечно, чтобы уже было по-настоящему тепло, потому что даже эти 17 градусов, которые у нас сегодня, это не те 17, которые летние, еще земля холодная, ну и тем не менее, все равно уже настроение по-другому. Если бы еще не тревоги, если бы еще не бомбили, то вообще было бы шикарно. Ну а так, конечно, одно расстройство. Ой, боже мой, ты лень, какие собачки. Ой, какие они шкодненькие. Ой, какие они шкодненькие. Просто. Смотри. Сейчас приближу вам. Гляньте. Встретились. Ой, какие они. Красотули. Смотрите, как у нас поднялся ветер. Все расшатывает. Особенно там, где деревья по одному. Капец. Так что прогулка такая сегодня у нас не очень получается. Тут уборка идет, попиляли опять деревья, все чистят, чтобы все было. У нас же сегодня 28 число, это сегодня 2 года, как освободили Ирпень и Бучу. Ну, потом еще, посмотрите, сейчас покажу вам, что творится. Потом еще, наверное, недели две, если не больше, здесь убирали то, что оставили. Вот, много было захоронений. Техника сожженная. Ну, в общем, уборки были разминированные, а потом только разрешили сюда заезжать гражданам, которые эвакуировались. Что у нас вот такой у нас день сегодня. Вот. Смотрю, везде поспиляли пенечки. И травка уже зелененькая. Мы сейчас кружочек сделаем и, наверное, пойдем, потому что вышли без головного убора, а ветер сильный. Пенечек срезали, Слава. Слава проверяет, что они тут сделали. В общем, так вот у нас прогулка не получается особенно. Ну, мы уже дома, ветер нас загнал, потому что холодно, у меня даже горло начало болеть. Я говорю, не-не-не, надо, говорю, уже назад идти. В общем, мы зашли в АТБ, сегодня у нас будет распаковочка только то, что мы купили по акции, потому что нам особенно ничего не нужно было, а вот именно то, что по акции, мы купили. Значит, по акции мы купили олейну, такую вот баклажку. По акции купили вот такую зубную пасту и еще вот такую вот зубную пасту. Так, это мы лекарство, вам не интересно, это в аптеке. И был вот такой вот шоколад, тоже по акции, по 30 гривен, по-моему. Вот, Славочка купил такой шоколад.
Вот, что еще по акции? Была Зева. Я купила две упаковки. И, собственно говоря, и купили то, что без акции. Это сахара килограммчик. Вот такой сахарочек. И вот такое вот молочко. Все. Вот такие вот у нас покупки, как бы немного мы купили, но мы чисто зашли купить, нам нужно было купить по акции туалетную бумагу и зубную пасту. В общем, мы зашли, ну и еще увидела я масло, знаю, что у меня масла уже там немного осталось, поэтому взяли еще и маслечко. Девочка наша сегодня целый день на балконе, я уже вынесла цветочки на балкон, она целый день на балконе, на солнышке. Ну иди, иди, иди. Вы же понимаете, как же, чтобы в кадр не влезть. Вот. Ну, я ласточка. Так что она целый день там загорала, отдыхала. Сейчас солнышка уже нет. Вот она услышала, что мы пришли, и сразу вышла. Смотрите, какая. Ну. Она недавно такое нам ночью устроила. Залезла к нам в кровать. И между нами легла, между подушками, вот так вот вытянулась на всю длину, как что-то член нашей семьи, как будто бы мы должны спать втроем. В общем, вот такая у нас девочка. Ну что, ну ты не хочешь поздороваться? Не хочешь? Не хочешь, моя лапочка. Ой, красапулечка. Ветер, конечно, прям, вы знаете, такой, не на шутку разыгрался, и такой какой-то... Мы когда уже шли вот сейчас домой, и у меня капюшон на куртке, мне прямо ветром капюшон одела на голову, вот так вот. Ну все, на этом пока все. Дальше будет. Наши цветочки переехали на балкончик. Остались только орхидейки, но орхидейки я чуть попозже перенесу. Вот эти вот я пересадила, они теперь хоть ожили, а то там бедные корни уже были такие перекрученные, они начали засыхать. Я все обрезала и пересадила. Этот тоже начинает оживать, вот появляются новые листики. Вот. Ну, брызгаю их потихонечку. Вот. Так что тут у меня теперь такая вот будет... Мини-орхидейка. Ой, орхидейка. Оранжерейка. Я сейчас вам наговорю. Ну, ветер, конечно, дует хорошо. Ну, я обычно ориентируюсь по нашему флагу. Как только флаг развивается, значит ветер. И елочки, которые напротив, тоже хорошо дуют ветерок. Так что погода плюс 17, а гулять некомфортно. По-моему, ко мне подруга идет. Ну давай, заходи. Ты идешь? Или ты будешь на подоконнике гулять? На подоконнике будешь гулять? Да? Сонечко мое. Ну что? Там будешь? Ну сиди там. Ну что? Хотела заканчивать уже видео. Но в нашу семью постучалась беда. Сегодня ранила мою сваху, маму моего зятя. Как пишут в СМИ, что выбиты окна, выбиты порушены крыши. В общем, там вокруг много домов частных, и все они пострадали. Но когда я позвонила и спросила, что у вас там, большая яма или что там, то она говорит, мы не видели, что там, потому что мы сразу вызвали скорую, и скорая ее увезла. Она сейчас в больнице. Ударила, они были на даче с мужем. Видно, ПВО сбивали ракеты, и одна упала к ним прямо на участок. В конце участка, и ее ранило. Сват был где-то в стороне, его миновало, а ее ранило. Отвезли в больницу, сейчас она лежит в больнице. Возможно, будет операция, потому что нужно вытаскивать осколок. Ну, в общем, новости у нас ужасные. Нервничаем, переживаем. И это как раз случилось там, через два дома, получается,
от того места, где мы эвакуировались сразу после, когда началась война. Мы 8 марта выезжали в этот поселок. И мы там находились 2 месяца. И вот как раз рядом с этим домом вот это все произошло. Вот непонятно, куда бежать и где прятаться. И вообще ситуация ужасная. У меня, вы знаете, даже нет слов говорить, потому что я очень нервничаю, очень переживаю. У меня еще сегодня с утра как-то такое состояние было, как-то вот тревожно, тревожно. Обычно, когда вот говорят, когда как перед экзаменом, вот у меня как-то так вот ноги ватные, как-то мне плохо, плохо. Я еще Славик говорю: Славик, что-то мне так плохо. Он говорит: да успокойся ты, говорит, все хорошо. Говорит, возьми, выпей коньяка. Я говорю: да прямо сейчас. Я говорю: возьми и выпей. Я говорю: ничего, я не хочу ни пить, ничего. Он говорит: расслабишься. Я говорю: нет, я говорю, не могу. Ну что-то мне как-то не так. И тут, когда мне позвонили, сказали, конечно, у меня опять накрыло. Не могу больше даже, вообще не могу представить, что это происходит. Харьков, вот я звонила сыну. Он говорит: размазывают, просто размазывают Харьков. Он мне называет районы, разные районы, куда были попадания. Люди страдают, людей убивают. Очень, очень тяжело, очень тяжело. У нас сейчас вот только-только был отбой тревоги. Но у нас тревоги сейчас просто, наверное, постоянно. Но в Харькове такое впечатление, что они вообще не выключаются. Ну и здесь тоже, в Киеве. Тревога за тревогой. В общем, не знаю, какая будет ночь, но я все равно всем желаю и спокойной ночи, и тихой ночи, и мирной ночи, и всем здоровья. И чтобы никто не пострадал, чтобы все были живы, все были здоровы. И чтобы как можно быстрее закончилась эта война для всех, абсолютно для всех. Будьте здоровы!